Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Clash of Clans. Крепость клана. Так, это завершенное улучшение. Ну и хорошо. Фига себе, 6 кристаллов. 6 кристаллов. Ребята, еще 200 кристаллов, грубо говоря. И мы с тобой сделаем еще одного работягу. Так, ну давай посмотрим, у нас элика дофига. Что мы можем за элик улучшить? Балалайку. Это у нас... Улучшить за кольцо? Нет. За кольцо зачем мне это надо? Да ё-моё. Ну чё тут, блин? Ничего нельзя улучшить уже? Не верю. Лям 200. Лям 200 нам для того, чтобы... Так, поздороваться надо. Надо поздороваться. Так. Елки, давай, наверное, убирать вот этот мусор весь, который здесь у нас стоит. Елки, там трава всякая, мешает столько. Давай сюда тоже беги. Все эти елочки, блин, исследование я не могу сделать. Могу поставить? Нет, не могу. Так, давай вот это вот тоже убери. Мы заодно получаем с тобой... Маленечко самоцветов за то, что убираем этот мусор. Но не со всего мусора, конечно же. Как видишь, здесь нифига не выпало. Ну давай, 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 давай. Быстрее. Может быть. Да ё-моё, тут везде нужны бабки. Все за бабки делается. Это вот убери, пожалуйста. Ой, одну минуту будет. Ладно. 120 тысяч. Лям 200. Элик 600 тысяч улучшаться будет. Мортира 700 тысяч стоит. Нет, я, конечно, могу сейчас пойти за эликом, но... Ага, конечно. Мне хотелось бы эликсир потратить. О, некуда. Все за деньги, друзья мои. Все за деньги. Казарму улучшить. Караульную, что ли. Уровень войск 6 плюс 2. Здоровье будет 460. Или шарики. Воздушные. Вот, мы можем... А, нет, не можем, ребят. Обсерваторию не можем, потому что нужен... дом строителя. Лям 200. Ну, может быть, пособирать. Что скажешь, если мы сейчас пойдем с тобой немножко подеремся в боях? Может быть, насобираем как-нибудь лям 200-то? Я мало, конечно, в это верю. Но попытка не пытка. И в основном, опять же, в основном мы будем с тобой добывать там... Что? Эликсир. Так, клэш с Холланом. Придумайте стратегию, выберите подходящих воинов и сделайте звездный хит-трек вместе с командой. Так, выиграйте бой войны кланов 6 раз. Ну ладно, пойду я, наверное, сейчас... Повоюю чуть-чуть. Капельку. Может быть, говорю, ребят, может, лям 200 насобираем с тобой. Ускорить, усилить. Так. Ну, если мы выпустим великана, само собой, под защиту его сразу же. Здесь же возьмем лучников. Как-то так. Плюс варваров. Что из этого у нас тут получится? Да, наверное, ничего хорошего, ребят, не получится. Ну, одну звезду урвал все-таки. Уже хорошо, ребят. Ать! Ать! Могли бы две, друзья.
Но не тут-то было. Погнали дальше. Так, шарики здесь сбоку стоят. Это хорошо. Угу. Так, ну если мы великана, например, здесь выпьем. Блин, он... ну что он тут сделает, ребят? Давай так сделаем. Лучников пробьем. Ворота пробивайте, пробивайте ворота. Пробили, красавцы. Все как бы хорошо, но не так, как хотелось бы. Вот что ни крути, ребята, армии здесь, ну, катастрофически не хватает. Просто катастрофически не хватает армии. Как думаешь, заберем? Да заберем, наверное, нет? А, он стал... Он, блин, он переключается на этих воинов, блин, плешивых. Да нафиг они тебе сдались-то? Есть, звезду забрал, все. Ты можешь сказать, наша миссия здесь выполнена. Звезду забрал, блин. Но меня это не устраивает. Мы двигаемся дальше. Как-то все... Все не так хорошо, ребят, как хотелось бы. Все не так хорошо, как хотелось бы мне. Я даже скажу тебе больше, что вообще все нехорошо. Варвары, как всегда, ерундой страдают. Вот остался у меня только робот. Опять звезду утырили. Две звезды утырили, отлично, ребятушки. Две звезды, это хорошо. Заберешь ты эту бочку, нет? У меня еще даже лучник здесь остался, прикинь. Ну, само собой, ему не жить. И три звезды мы уже не получим. Он сейчас вот здесь и погибнет. Но две звездочки уже хорошо. Это уже приятно. А денег как не было, так и нет. Да, эликсира дофига. Вот с золотом именно, ребят, какие-то проблемы. Ход обороны, ход атаки. Ну, видишь, мне тоже, ребята, оборона идет нормально. Тут даже звезды, ну тут по одной звездочке, а есть где, ну вот 16 варварами как-то умудрился меня тут нахлобучить, чувачок. Давай дальше искать. Так, что у нас тут? А у нас тут... Тут у нас, в принципе, ребята, если мы уничтожим мультимортиру, плюс выкинем варваров. Ну, варвары, как всегда, друзья мои, не туда, куда надо, побежали. Плюс выпускаем дракона. Плюс вот так. Ставим вот так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Великаша. Звезду забрали? Забрали. Ай, куда ты подставляешься? Ну и куда ты сунулся? Засранец ты эдакий, ну. Ай, блин. Ладно, ребят. Звезда наша. Я пошел дальше. А как еще тут бабки зарабатывать, ребят? Вот больше никак не заработаешь. Вот только таким вот макаром. Ох ты, какая у него мощная мультимортира, а?
Если я выставлю их сюда. Молодцы. Хотя бы так, ребят. О-о-о-о! У него тут жаровня, друзья мои. Ну куда ты пошел? Ну. Куда ты пошел-то? Какой костер? Какие костры, блин? Ну. Ну какие костры, блин, в опу, а? Звезду забрали, ребят. Хотелось бы две звезды забрать, но что-то я сомневаюсь. Бедный дракончик погиб. Да. Обсерваторию не заберем. Но нет, забрали. Но две звезды все равно не получили. Так и будем по одной звездочке карабкаться, чтобы забирать. Что тут-то у нас? Ага. А что тут? Заработайте звезду в многопроцентном режиме в родной деревне. В плане. Пожертвуйте войска, занимающие в сумме 15 мест. А как понять, заработать звезду в родной деревне? Пожертвуйте заклинание, понятное. Хранящие золото, уничтожьте 40 штук в многопользовательской. Да в какой многопользовательской игре, я не могу понять. А я в какую играю, блин? В одиночную, что ли, блин? Многопользовательскую игру. Как напишут, блин, хоть стой, хоть падай. Многопользовательскую игру. Так-с. Ну тут вообще что-то какой-то трэш. Давай попробуем вот так вот сделать. Уничтожьте вот эту вот. Ну издалека-то они, конечно, шваркнут. Но это и хорошо, ребят. Ну тут их бомбануло. Тут их бомбануло. Я не знаю, варвары пойдут сейчас, наверное, здесь, как всегда, бомбить все, да? Тут мультимортира. Тут вот эта вот фигня у них стоит. Этот, как всегда, в своем, блин, репертуаре. Конечно, им надо бомбить вот эту вот ересь всякую, чушь, блин. Ну, убивайте вы шарики-то. Плане. Там... А, вон она, блин. Я думаю, кто бомбит-то по нему? Давай, 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 давай эту штуку уничтожь. И мой дракончик здесь спокойненько все уже... Ага, все уже добомбит. Ну нет, ребят, не все он добомбит. Этого он осталось в живых. Кто бы мог подумать, что он его именно сюда воткнет. Ну ладно, две звезды тоже, ребят, неплохо. Мы с собой, по крайней мере, награду, да, забираем. Это 160, всего-то 160 тысяч каких-то вшивых. Но у нас еще есть, ребята, 8 боев. Которые я, естественно, ребята, потрачу. Я вот не знаю, нужен ли мне, блин, великан или взять лучше варваров побольше. Если сюда лучников поставлю, они снесут шарики, как думаешь? Ну, конечно, снесут. Успею, должны успеть, ребят. Есть. Ну, тут, конечно, расклепали. Давай, выходи, механоид. Бомби. А нафиг ты их без защиты-то отправил, дуралей, блин. Улетел. Улетел, блин. Но обещал вернуться. Карлсон тоже мне. Звезду заработал. Уже хорошо, ребят. Уже хорошо. Звездочка есть, значит, не зря мы с тобой здесь повоевали.
Так, итого нам еще 7 звезд нужно. Еще 7 звезд. Еще 7 звезд. Я не знаю, у меня эти... Ох, нифига он тут... Нифига он тут напридумывал. Так, я даже не знаю, как и лучше-то. Лучники. Ну, наверное, надо начинать вот отсюда откуда-то. По возможности попробовать уничтожить. А чё я не могу выпустить-то? Дракон уже, блин, давно там в бою. Вот это, конечно, дурость. Вот это самая настоящая дурость. Вот эти вот к ним не подойти, их не уничтожить. Великан встал как тупорылый. Просто стоял и смотрел, ребята. Просто стоял и смотрел. Лучница, иди вот сюда, бомби. Да хотя нет. Не получится у нее. Ее мультимортира сейчас нахлобучит. А, тут у него еще и жаровня стоит. Ну что, мы дотянемся максимум до мультимортиры? Это в лучшем случае. Но звезду урвали, все, отлично. А вот эта жаровня нас уничтожит. Ну-ка посмотрим. Да, у нее еще урон такой. Нет, не уничтожила. Слушай, подожди, у него что, нету? А, нет, подожди, у него должна быть где-то стоять. 30 секунд, ребят, не успею, наверное, забрать вторую звезду. Хотя успею. У него где-то должна еще быть вышка, по-моему, электро. Я не знаю, мы ее вроде бы не уничтожали еще. Но тут уже 17 секунд, вряд ли мы, конечно, что-то сделаем. Две звезды это, ну, максимальное, что мы с тобой здесь получим. Но на самом деле построение замка, вот его, фуфло полное. Просто фуфло полное. Я не знаю, зачем так было сделано. Ну, мне так лично хорошо, что он так сделал. Поехали дальше. Вообще непонятно, для чего так делается все. Ладно. Мне нужно уничтожить в первую очередь вот эту штуку. Она очень много урона наносит. Выпускаем робота. Да вы шарики-то, блин, будьте. Че, они робота уже расклепали? Как, интересно, мы можем узнать, блин. За 3 секунды они, блин, робота расклепали мне. Вопрос, блин, на засыпку. Каким, твою мать, вы образом, блин, уничтожили мне... Куда ты полетел? Ну, куда ты полетел, ну? Лучница. Надеюсь, он здание на главное переключится. Какие костры, твою налево, какие костры ты... Ой, блин, IQ у мобов я манал, ребята. А туда тебе не судьба была пойти выше-то, блин. Там же стоит главная база врага. Нет, он полетел вниз, придурочный. Да я еще понял бы, если бы он полетел бы хотя бы на лучника, который в него бомбил. Нет, он просто полетел вниз. Кусок дурачка, блин. Ну что мы тут сделаем? Можно вот сюда, ребята, прям... прям в зоне в этой высадиться. Да и так же этих высадить. Где у него мультимортира? Я не вижу ее, ребят. Поспешил ты, Рэй, поспешил. Надо было уничтожить вначале эту фигню, блин. Поспешишь, людей насмешишь, правильно говорят? Тут, блин, стояли бочки. Я взял, выпустил. Блин, у меня еще этот тут остался. Я взял, выпустил дракона.
Вот мне интересно было знать, ребята, как у чувачка... Там кто-то наблюдает у нас. Как у чувачка была возможность сделать суператаку? Помнишь, он там нажимал, и у него какая-то ярость или не ярость, я не знаю, что такое было. Почему у меня-то такого нету? Что он такой, блин, применял? Что бомбило там все и всех, и везде. Можешь заменить? Давай попробуем так сделать. Тут вроде бы как тихо. Нет, вот пушка там, конечно, есть. Если мы сюда рванем, само собой мы получим... А, тут вон, мультимортиры же еще у него. Он заборы, он предпочитает, ребята, бомбить заборы. Мультимортира пока не подключил. А, уже подключилось, все, уже. Уже поздно, батенька, блин. Да лучницы-то куда рядом встали-то, ну. Да чё ты не добил-то, дурик? Куда ты переключился-то? Пипец, короче, блин. Ты чё не добил? Ай, блин. Ну, каличи, ребят, ну, каличи. Ну, просто каличи. Я не знаю, как ещё назвать их. Ну, какого хрена-то он переключил? Ну, чё ты не идёшь? Это маразм в высшей степени, ребят. Да какие шарики-то? Твою мать, а? Ну, какие шарики, дурень, блин. Нет, ему важнее шарики бомбить. Бочки на воздушных шариках. Ему не надо бомбить электро эту. Ему шарики подавай, придурочному-то этому. Дурень, а? Нет, бомбер это не то, ребят. Ну-ка, я хочу просто посмотреть, ребята, как у нас... Насколько она далеко пинает. Так у него что так одинаковый угол обзора, блин. Получается, да? Да? Ну иди тогда, блин, гуляй. Видишь? Ты же видишь ее. Нет, он пошел костры бомбить. Ну и что тут вышло? Ну, звезду урвали, отлично. Нет, пушка тоже отстой какой-то полный. Так, что там, привет, Рей. Здорово. Кто там? Вождь? Вождь? Бледнокожий? Бледнолицых? Вождь бледнолицых? Так. Уйди, убери эту мортиру. Лучники, лучники, лучники. У него там шарики, да? Великан вообще должен первым идти, чтобы, как бы это тебе объяснить, взять на себя весь урон, блин. Так это можно назвать. Ну вот, шарики уничтожат. Сейчас, блин, дракон уже уничтожили.
У него осталась еще пушка. Но мы здание главное заберем. Ты сейчас серьезно? Ты, блядь, сейчас серьезно? Ну здание-то вот это, ну не добил. Ни хрена, блин, лопух. Он просто сдох, друзья мои. Сдох, как чмошник. И ничего он не успел тут сделать. Вот так вот. Да как ты меня бесишь, что ты летишь-то не туда, куда надо, блин. Я его отправляю специально, ребят, чтобы помог мне вот эту фигню разнести. Ну, разнес, блин. Эти балбесы, куда? Куда угодно бегу, только не туда, куда надо. Да нахрена ты вот этот бьешь-то, я не пойму, ты уничтожай пушки, блин, вот это все. Нет, блин, ему надо уничтожить, чушь какую-то ходит, бомбит, блин. Ну и все, и сдох, блин, как всегда. Все-таки звезду заработаем, ребят. Да, одну звезду заработали, а тут он погибнет. Сколько еще там надо? Еще две звезды. Еще две звезды. Вот так вот. Да куда вы, дурики, бежим? Так, есть звезда. Какой? Ну ладно, пускай забирает главное здание, фиг с ним. А все, друзья мои, доигрался парень на скрипке-то. У нас единственное время, хватит ли? А, у меня еще и варвары остались живых. Воу. Ну тогда возможно, наверное, даже. Может быть, успеем. Нам нужно будет только вот эту уничтожить, и все, ребят. И три звезды, как с кустика. Нормально, на 100%. Хоть где-то, блин, на 100%. Умудрились. Так, ну что, еще 155 тысяч. И все равно этого мало, ребят. И все равно этого мало пожертвовать. А у меня... Я могу только вот так вот сделать. Заклинашку. Это вообще, не знаю, это... Бревномет, по-моему. Этого все равно мало. Ну, давай хотя бы... Лем 200. Ну давай хотя бы. Да какой забор, блин. Давайте, наверное. Ага, не могу. Я могу только внутри, ребята, исследовать, например. Лем 200 вот. Дракончиков. Потому что здесь все равно эликсир надо забирать. Мало, конечно. Но он собирается очень быстро, поэтому. А работягу тогда мы с тобой воткнем на улучшение чего? Мультимортиры, что ли? Или копить? Да нет, еще успеем накопить. Давай, наверное, вот это прокачаем с тобой. Ну что, пускай тут тренируется, а мы с тобой переходим на нашу основную базу. Я вижу, тут любители были атаковать.
И, наверное, успешно атаковали, скорее всего. Так, мы... Нам нужно 3 ляма. 3 миллиона. Да. И все работяги свободные. А мы же сможем улучшить? В принципе, сможем, но... Надо ли нам это сейчас? Вот в чем вопрос. А что значит модернизировать? А где такие вот башни лучше, что вон требуется в деревне строителя? Ничего не понял я. Ничего, блин, я не понял. Что у нас тут по постройкам? Ну, все, что можно было, я построил. Единственное, что они не прокачанные. Ну-ка, давай глянем. Мало, что-то вообще, мало ресурсов здесь. Вообще мизер. Че так мало-то? Да и... Ну, здравствуйте. Куда-то в какой-то магазин перенаправили. Зачем такое надо было делать? Сколько? Во! 204. Ну, в принципе, ребят, можно вот эту вот фигню атаковать. Денег норм, этого норм. Противовоздушку уничтожим. Ну, не всю, сколько хватит. Эх, погнали. Начнем отсюда. Отсюда, отсюда. Отсюда. Выпустим короля. Выпустим шары. Выпустим этого мелкаша. Как говорится, база вся в труху. Да им не помогут эти вот, что он там разбросал по разным сторонам. Это фигня полная. Мелкий выжил. Так, остается вот здесь. И все. У него тоже мечи тут раскинут по всему полю. Слушай, мечи это просто, ребята, для бабок нужны, я так понял. Ты их можешь удалять отсюда и все. На 3 звездочки, великолепно. Так, все расползлись. Давай приготовим заклинание. Так, наверное, это произошло первый раз за 9 лет игры. Мое зеркало намного слабее меня. Какое зеркало твое, я не понимаю. Зеркало, говорит, мое. Так, вы в лиге. Лига серебряная. 3. Так, погоди секунду. Заберем здесь бабки. А что, не собирает? А, вот. 3 ляма, ребята. Ну что, улучшаем? Рекомендуемые улучшения. Рекомендуемые улучшения. Нафиг мне твои вот эти вот шарики, блин. На улучшение он мне ставит. Так, с одного раптягу мы с тобой напрягли, да? 300 тысяч. А, у нас еще есть, кстати, на поединок 2 ляма. Лям 700. Откроется новая стрела. Подожди, блин. Гигантская стрела откроется. Сокровищница, блин, стоит. Ну давай, увеличим ее.
Так, вот этого мага бы. Очень проблемы с деньгами, да, я так понимаю, у нас сейчас. Проблема с деньгами. Тренировать. Ну, девятую. Вот девятую ратушу сделаю, и у нас появится это все, блин. Потому что без нее пока здесь ничегошеньки. Ничегошеньки нету. Вторая волна. А можно как-то понаблюдать? Ну, смотри, мы тут нормально так, ребятушки, постарались. Молодцы, красавчики, разнесли. Ну, ты не забывай, что это второй день-то. Жертвовать. Пока вроде бы они там хорошо наяривают. Так, фабрика темных заклинаний. Фабрика темных заклинаний, вот все понятно. Это не то, что мне сейчас нужно. Мне, наверное, надо улучшать либо казну. Потому что бабок нужно будет очень много. И, наверное, элик. А элик не могу улучшить. Подтвердить. Подтверждаю. В плане. А, мы же там пятиминутку какую-то заказали, да? У нас откроется пека. А что за пятиминутку-то, я уже забыл. Казну, по-моему, да, я поставил вот эту вот. Ладно, доделай сейчас ее и поставим вот это вот улучшаться. Улучшим до 10 уровня казармы. Если улучшится, конечно, если он не потребует ТХ 9 уровня. ТХ, казарму или как он там? Ратушу. Давай ты же там доделывай. Ай-яй-яй, продано, сияющая руда продана. Тут за самоцветы только покупать. Удалить. Да ёк, макарёк. Везде требует бабки, блин. Слушай, вот это надо ящик с кристаллами нафиг убрать. Мне кажется, там кристаллы будут лежать почему-то. И заказать, кстати. Заказать тренировку. Куда ты убрал-то ее, ёк-макарёк, оставь ее на месте. Ага, они делаются, они готовятся. Блин, нам надо еще одну звезду. В принципе. Так, а что у нас в тренировках? Давай посмотрим. Используй нетрясающие заклинания, чтобы ослабить находящиеся рядом защитные сооружения и стены. Отправь двух пек, чтобы зачистить деревню с обеих сторон. Используй колдун в качестве поддержки. У голема большой запас здоровья. Поставь его впереди других воинов, чтобы прикрыть их. Используй стены боев, чтобы разрушить стену, пока другие воины отвлекаются на вражескую оборону. Так, используй короля варвар, поскольку по сторонам все уничтожено, он направится прямо в цель. В какую цель он направит? Отправь несколько пек, теперь они тоже пойдут в центр. Да я не вижу, чтобы они шли в центр, они идут уничтожать все, что им... Отправь колдунов помочь пеке. Вы серьезно, блин? Используй исцеляющее заклинание. Используй заклинание ярости.
Этот Пека пошел вообще не туда, куда надо было нам, по идее, блин. Ну, если посмотреть, блин, внимательно, вообще не туда пошел. Ну что они там по бокам ходят, блин? Вот эту бы пушку, блин, царь пушку-то бы уничтожили бы, а? Ну царь пушка уже бомбит. Вам не судьба магии, что ли, бомбануть? Я не пойму. Вот, вот, наконец, да, созрели, блин. А Пека ходит по окраине. Тут было написано, запустите Пеку, чтобы он пошел в бой. В центр. Он пошел в центр, прям, офигеть, как побежал. Побежал прям в центр. Заклинания не осталось. Понятно, что не осталось. Ну, хотя бы на 3 звезды здесь пройдено. Не, ну Пека мощный парень, согласись. На моем этапе, на моем уровне, он для меня, мне кажется, мощный. Потом, конечно, будут драконы электрические, это да. Так какое начать обучение? Закончить сражение? Зачем? Мы прошли на 3 звезды, что вам еще надо-то? Тренировка. На 3 же звездочки мы прошли. На 3. Так, буйный омут. А почему не дают наград никаких? Ратуша 9 уровня, это будет уже следующий план. Давай. Буйный омут, давай посмотрим. 4 землетрясущих заклинания точно разрушат стену. Используй их, чтобы ворваться в деревню врага. Так, используй всадник на кабане, чтобы выманить войска противника из крепости клана. Выманил. Используй лучницу, чтобы оттянуть обороняющие войска от центра. Так сейчас же шары воздушные уничтожат, блин. Так, пусти в ход ядовитые заклинания, чтобы замедлить вражеские шары. Используй голема, чтобы отвлечь вражеские шары, пока колдуны разделаются с ними. Используй колдунов. Все 11 штук. Так, отправь короля варваров. Отправь валькирии. Они очень эффективны при атаке деревень, в которых здания расположены близко друг к другу. Примени к своим войскам заклинание восстанавливающее. И что, они хотят сказать, что этого хватит мне разнести... Что-то как-то сомневаюсь я, блин. Вот тут вот особенно, блин. Хотя валькирии... Не, валькирии молодцы. Но у магов, конечно, пушки сносят на ура. Слушай, они стены даже неплохо бомбят. Валькирии-то. Ну и все, последнее здание. Великолепно. Ну, на 3 звезды. Обучение завершено. Скажем так. Ага. А тут что, караульные уничтожьте 10 раз в боях деревни строителей. Тренировочное зелье, 2 штуки. Забираем. Зелье часовой башни. Это уже следующая награда будет.
Так, пятиминутка закончилась у нас там? Закончилась. Ну что, попробуем? Блин, не то делаю. Слушай, два дня, 11 часов. Ё-моё, два дня, 11 часов буду делать казарму. А чё удивляться, если тебе сказали, Рейд, что тут по неделям потом будет дальше? Чё ты удивляешься? Нифиг удивляться. Интересно. Мало, конечно, наград, но я попробую, ребята, бомбануть здесь. Очень интересно. Угу. Даже мелкого сюда отправлю. Мелкого отправлю, говорю. Ну и великолепно. Очень хорошо сыграно было. Разбомбили, так скажем, в труху. Дурацкая, конечно, расстановка. Не знаю, по приколу, что ли, сделал. Поставил здесь свободные чеки, через которые можно просто зайти. Получен звездный бонус. Сокровищница, звездный бонус доставлен. Половина звездный бонус доставлен. Че? А, ну это мы с тобой за то, что прошли здесь. Я бы, конечно, еще бы хотел бы 3 звезды, честно говоря. Но у нас, насколько я помню, армия тренируется. То есть без армии туда идти смысла нету вообще. Блин, перед 5-минуткой я же хотел забрать ящик с кристаллами. Вот голова садовая, забыл совсем. Правильный пас. Время реванша. Коснитесь или нажмите, удерживая так, чтобы развернуть войска. Если бы я что-нибудь понял, блин. Коснитесь и нажмите, удерживая. Ну давай. А, вот они что делают. Фига не буйные ребята. Они по мячику бам-бам, а потом бегут, да? Что это там? Все? Я не могу понять, а при чем здесь футболисты-то вообще? Вот этого, например, непонятно. Да они уничтожат, конечно, здание. Это к чертовой бабушке. Замесим к ядрене фени. Все. Почему? А, 3 звезды. Так, можно сыграть через 16 часов. Ладно, сыграем через 16 часов. Ну, что тут у нас? Да, армия еще слабовато будет. Будет слабовато. Блин, это же ежедневное событие, блин. А я захожу... Ну, я, в принципе, захожу каждый день. Ну, про события-то пройти забыл. Тут в основном сделаешь что-нибудь, закажешь. И, как говорится, по старой памяти уходишь. Потому что знаешь, что здесь... Часами, то, видишь, уже и днями делаются.
И, насколько я могу понимать, сейчас в данный момент мне откроется снаряжение. Так этой лучницы у меня нету, пока нету. Я не знаю, когда она у меня появится. Где она? Где у нас казарма? Вот. Подожди, а я их уже могу делать же, да? Очередь зап... А, ну я их могу уже делать. Так, а вот эти чувачки, чувачки, они уже даже в войне, что ли, присутствуют? Я не понял. Ну-ка, подожди. Сколько он стоит-то, твою налево? Ну, вот так вот сделаем, очередь фиг с ним. То есть больше я пока не могу. У нас тут будет темная казарма и обычные казармы. Есть. А на магических улучшить? Нет, не могу. Требуется здание 9 уровня. И мечи эти, блин, не удалить. Потому что, блин, работяг нету. В исследованиях давайте что-нибудь изучим. Так. Ну, эти ребята... Да, они не очень мощные по здоровью, ребят, но они очень быстрые. И то, что вот они заборы перескакивают. Может быть, их... Ать... Только одного можно. 10 часов будет улучшаться, блин. Всадник на кабане. Надо было валькирии тогда улучшать, да и все. Ладно, фиг с ним, пускай будет так. По снаряге у нас. Что это тут? Улучшить. Подожди, а что игрушка-то дает? Да твою налево, как посмотреть, что игрушка дает? Призывает группу разъяренных варваров. Вызывает мощное землетрясение, которое разрушает стены и наносит урон зданиям. Ой, так лучше вот это вот. А меч что значит? Применяет заклинание ярости к королю варваров. Наверное, вот это вот использовать вот так вот. Наверное, ребята, я думаю, так будет лучше. Фиалы ярости увеличен до 3 уровня. Землетрясущие ботинки уровень увеличен до 3. А бойцов вот только всего лишь, да? Лучница, маг и копейщица. Больше героев нету здесь, да, получается? Больше героев нет. Ну, тогда, друзья мои, я, наверное, буду... Подожди, закругляться. Сейчас гляну, сколько там еще. Блин, да офигеть, как долго здесь будет делаться. Я хотел просто катку сделать... По-быстренькому, как говорится. Но по-быстренькому не получится, потому что они по 10 минут делаются, эти драконы. А вот этим отрядом, что у меня сейчас 1, 2, 3, 4. 4 дракона. Ну, плюс варвар. 4 дракона и варвар. Ну, смешно, ребят, меня там расколбасят. Это я уже потом тогда. О, дай-ка я посмотрю, как меня тут расколбасили. Так. Нормально.
Фига, варвары. Маги, блин, как распетрушили этого. Жилую, один выстрел, и лучниц нету там. Нормально так мортирка бомбит. Тут, правда, несколько. А, он под яростью, он ярость воткнул. А, у него еще лучницы оказались. Ярость кончилась. Все, они начинают сдуваться, я смотрю. Вот это, конечно, здесь не в тему стоит. Она практически вообще в боях не принимает участие. Ну, так вот вышло у него. Сколько? 76%. Понятно. Ну что, друзья мои, тогда на сегодня, пожалуй-ка, и все, наверное. Ну-ка, сейчас, подожди, еще сюда гляну. Подожди, что там у нас? Секунду. Это что такое? Это я забираю, это понятное дело. Подожди, а я же вроде бы... Я разве заказывал рейд? Давай их прошпионим вначале, посмотрим, что тут у нас. Ну, в бой. В атаку, я бы даже сказал. Такс. У него там варвары, блин. Это все нам надо еще пробить. Маги, давай, пробивайте. Магам зачем, блин, это бомбить? Они пойдут лучше туда. Такие вспышки, блин. Ну тут понятное дело, ребят, тут на добьем эту деревню. Сто процентов. Добили. Так, лагерь варваров все, да, получается. Теперь пойдем посмотрим долину колдунов. Что в долине колдунов? Тут тоже остановились вон где. И магов, магов сразу же. Стенобойщики. Красавцы, пробили. И все, да, получается? Да, получается все. Последний домик. Так, и вот, ребятушки, открывается столичный пик. Основная деревня. Нужны ли мне, блин, стенобойщики? Вот я думаю. Может быть, нам взять? А в чем разница вот этих и вот этих вот? Не знаю, ребят. Надо смотреть. Ой, какая там жесткая, ужасная фигня. Ладно, погнали.
Варвары, как всегда, в своем репертуаре, ребят. Что он там бомбит, блин? Конечно, он на прицел берет. Эти тут ходят, прохлаждаются. Плотный такой этот, блин, усели здесь. Но у меня 5 попыток, не забывай. Это только первая попытка же, по-моему, тратится, насколько я понимаю. Так что бомбежки мы ему обезоружили. И я поехал дальше, ребят. А, 4. Точнее, еще 3. Ну, мне, наверное, не нужен этот дирижабль. Я, честно говоря, не особо в нем увидел смысла. Один всего лишь. Нет, ну тогда, если такой выбор, конечно, лучше тогда брать вот эту вот. Вот так вот. У него есть? Ага, есть еще, ребят. Забор, блин, еще не сломан до конца. И стены, и стенобойщиков я не взял, да? Молодец. Почему только туда-то отражает? Отражает туда, блин. Почему вы это эти слишком далеко стоят, что ли, типа? Ну, есть. Маги! Бомбардир вшивый, я. Так. Еще 2 последние попытки. Еще... Да куда ты? В атаку. А заклинание только... Заклинание только такое? Исцеляет. Я не увидел, кстати, чтобы оно тут офигенно исцеляло. Если так, по чесноку. Ага. Да куда ты? Чё ты бьёшь-то, блин, ну? Но эти скелеты, нет, все-таки подбили, молодцы. Давай, уничтожь этого крикуна. У них еще вот здесь вот, ребят, довольно некислая защита. Агрессивный капитан. Или командир. А тут что у них? Тут у них только маг. Я не знаю, что это за Тесла, что ли, какая-то, или что это? Ага, Тесла, ребят. Она бьет стоком. И очень больно бьет стоком.
Блин, сейчас пока пробьют, потом пробьют, эта фигня начнет по ним бомбить. Но зато маги, ребята, маги. Мага, он издалека будет жарить их. То есть на 100% будет зачистка, если успеем по времени. А, тут еще дома, ё-моё. Еще внизу дома. Да в плане все войска отправляют. Я понимаю, что все войска отправляют. Я и не отправляю ничего. 51 секунда. Да нет, не успеем. Но на последней попытке, я думаю, что добьем. На 100%. Должно быть так. Вот что, мага прикольно, что он, ребята, просто поражает. Бьет в одну цель, рядом стоящие замки, ой, домики тоже, ребята, страдают. Ну, медленный, как навозник. Вот, видишь, что он как прекрасно делает. Бомбит в одно здание, оно передается на другие. Слушай, есть шанс даже, ребят, пройти. Два домика осталось. Да, великолепно. Опа. На соточку. Ну что, получается все. Поздравляют. Все дела. И у нас тут следующий рейд. Следующий рейд. Последняя попытка у меня. Начинаю где-то на отшибе, да? Бревномет, что ли, там какой-то? Я что-то не понял. Это, ребят, не дирижабли, это, блин, просто скелеты. Скелеты куда побежали? Куда вы побежали, блин? Зачем вам это здание? Почему именно сюда не заходить? А, это здание по, наверное, по воздушным шарам, которые выпускает, скорее всего. Ну, 42%, ребята, я думаю, что это неплохо. 45%. Для первой заходки, для зачистки, это было бы даже очень, наверное, неплохо, ребят. Считай, половину снес. Больше у меня попыток, к сожалению, нету. Закончились. Все равно нормально. Так, у нас тут... Как там? Агрессивный... А, агрессивный капитализм. Я думал, агрессивный капитан. Слушай, пока дрались, вроде бы у нас тут и армия немножечко... Немножечко. Буквально чайная ложечка. Слушай, ну... Подожди, опека что? Доступно после... А, после завершения строительства. Сейчас я его не могу взять. Понял? Тут, правда, у нас еще не все военные лагеря были улучшены. По фулке, я имею в виду. Ну, сколько тут? Три и три. Шесть драконов. Шесть драконов еще... Четыре улучшается. Ну, собирается. Делается, блин. Сколько в армии вообще у меня драконов? Ну, которые принимают участие. 7 драконов, да? 4 шара воздушных. 6 заклинашек.
получается. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Это вот сейчас вот седьмой дракон сделается только лишь. Потом должны сделаться четыре шара. Четыре. От третьих, мне кажется, бесполезно от них, ребят. От трех всадников на кабане, мне кажется, смысла нет никакого их. Нет, ну если только вот выставлять драконов, чтобы на них башни переключались, а потом... Так башни только воздушные опять же будут бомбить. А наземных этих всадников на кабане разнесут моментально. Был бы Пека, который бы брал на себя значительный урон. Это аналог великана, но только Пека, по-моему, в разы сильнее будет. И мощнее, и выносливее, и сильнее. Поэтому в великанах уже, как говорится, отпадает всякая надобность. Ну что там будешь долго делать-то? Последний дракон, ребят, сейчас повторяю. Последний дракон, и потом, наверное, будут уже делаться воздушные шары, по идее. Хотя... Сейчас глянем. Хотя в очереди почему-то стоят драконы, опять же, после этих. И по поводу ярости не совсем уверен, что у нас она уже... не ярость эти, а молнии, что они успели у нас зарядиться. Это не факт. Твою налево, еще трех будет клепать, ну. Даже не знаю, ребят. О, заклинания уже? Нет, еще не все, ребят. Еще три штуки будут делаться. Ладно, я не буду ждать напрасно. Мы лучше в следующей серии тогда сделаем нападение уже путевое. Полномасштабный, так скажем, турнирный центр какой-то. Вот, и этот. Заклинание прыжка. Зачем ломать стену, если можно ее перепрыгнуть? Ну, я, честно говоря, не видел, чтобы кто-то использовал зелье прыжка. Я видел, что использовали зелье заморозки. Это да, видел. Когда выпускали драконов, замораживали здания. И драконы электрические именно. Они же бьют в одно здание, и молния передается на следующее. И вот заморозку втыкали на эти всякие противовоздушки. И таким образом уничтожали, ну, оборону противника. А зелье прыжка... Ну, это если ты только, наверное, хочешь... Я не знаю... Отправить своего короля варваров в центр, и чтобы там он звездюлей получил, тогда ты, конечно, можешь использовать... Заклинание прыжка. Я бы, наверное, этого не делал. Хотя, всякое может быть. Ну что, дорогие друзья, на этом уже будем точно закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.